Так менты кого-то прихватили. Я не знаю заказчика. Мы не встречались ни разу. Снайпер! Оттуда! Жека, сиди, Паша, со мной! Давай! Чего там? По крыше не уйдешь. Думаю, у него заранее были спланированы пути отхода. Либо быстро сориентировался. О! Ух ты! Машинка хорошая. Я не услышал взрыва. Подрывника мусора приняли. Ты его зачистил? Угу. Ружье жалко. Не удалось забрать. Да сдалось оно тебе, палево лишнее. Тебе не понять. Без меня не начинайте. Ничего, дождетесь. Давай. Что там? Дорогу ремонтируют. Езжай, не останавливайся. Машина бронированная оказалась. Как это понимать? Здесь уже ловить нечего. Мы сделали все так, как доктор говорил. Но он так и не оклемался. А может, оно и к лучшему. Гыкнется наша лавочка скоро. Почему? Движуха нехорошая пошла. Сам разве не чуешь? Рвать надо. Так и рви. Как за ворота выйдешь? Так и дергай. Ты только сейчас об этом подумал? А я всегда об этом думал. Только раньше мне все по кайфу было. А сейчас палево пошло.
Без команды не работать. Я буду рядом. Хорошо. Начальничек-то наш струсил. Не наше дело. Пожалуй, я тоже пойду. Куда это? Погуляю. Хотя бы недельку. А, ну, счастливо тебе. Да и тебе не хворать. Ружьишко-то положи. Хорошо. Сильно. Тогда они выйдут. Сейчас. Снайпер!